Всем привет! Итак, мы отыграли самую первую нашу случайку. Отыграли успешно, минус 6 человек. Немножко раздобыли оружие. Например, у нас появилось вот такое вот ружье, которое стреляет 12-м калибром. Будем его использовать. Вот появился вот такой вот карабин. Вот, который стреляет достаточно далеко. К сожалению, по патронам 7,62 на 39 у нас минус небольшой образовался. Потратили мы их больше, чем приобрели. Ну, что поделаешь. Вот, посмотрим, как изменились наши характеристики. Вот, у Иванова вот видно, что стрельба плюс единичка. То есть было 38, стало 39. Не густо, но ничего. Вот. Ну что, двигаемся. Двигаемся дальше. Двигаемся до деревни. На земле остались предметы. Желаете оставить схрон? Да. Оставим. Мы заберем эти предметы на обратном пути. У нас будет автомобиль. И, в общем, нам будет попроще это все перевозить, переносить. Все, идем дальше. Скорость поменьше поставлю. Чтобы так не носиться. Вот, деревня. Так, вот здесь вот мы выходим в деревню. Ого, прямо сразу бой. Два человека. И видно, да, что Иванов у меня впал в ступор. Вот он. Одна секунда, он ничего не может делать. Он просто офигел от двух боевиков. Один из которых вооружен каким-то китайским автоматом, а второй ружьем. У второго ружьем 12 калибра. Ну что ж, вот ключевой момент, видят они меня или не видят. Ладно. Серво, наверное, ты будешь вот этим заниматься. Давай, поднимай. Рамон, ты на этого. Да, по-моему, они меня видят. Ой, тут еще один. Да еще и с мини-УЗИ. Да, это сурово. И сразу. Вот гад, а. Ну, попробуем сейчас, Рамон Франко, ну давай. Сможешь его убить. Не знаю, что делать. Попробую вот так вот пробежаться. Потому что вот этот гад сейчас вынесет меня. Здесь, может быть, у меня еще есть шансы как-то успеть выстрелить. Туловище выше среднего. Серво тоже что-то как-то плохо стреляет. Ну, давай вот так вот побыстрее. Попробуем вот так вот пробежаться. Вдруг он промахнется. Это будет неплохо. Или вот так вот. Сюда. Не, нет. Вот сюда. Вот сюда. Ох, молодец. Франко, молодец. Молоток. Молодец. Просто зачет. Ну, ладно, что, добавляй. Молоток. О. Неужели промазал? Из картечи, из дроби промазал, а? Даже удивительно. Так, ну чё, давай. Стреляешь. Надеюсь, попадешь. Там шансы попасть очень хорошие. Так, ну здесь замечательно все. То есть у нас супостат выронил свой мини-УЗИ. А им он мог наделать, конечно, кучу бед. Просто кучу бед.
Ну, давай-ка, может быть, вот сюда ты долбанешь. Я даже не знаю. По вот этому бесполезно, наверное, стрелять, пока он повернется. Нереально. Сюда попробуй выстрелить. Не попадешь, ну хоть адреналин не повысишь. Так, серво. Блять, ну пора попадать. Пора попадать. Ну, нет. Нет. Переигрывать. Переигрываем. Нас убили Иванова. Так, что будет сделать? Ну вот, обрадовал Франко, он просто молоток. Просто справился на ура. И, конечно, да, самый такой страшный противник это вот с мини-УЗИ. Поэтому вот сюда поворачиваемся. Дальше. Вот серво Урбана. Ты как-то не обрадовал. Стрелял, 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 стрелял. А чё толку, что ты стрелял? Давай-ка ты беги сюда. Беги вот сюда. Вот. Ну, а эта идея с Ивановым бежать вот сюда, вот, наверное, была правильная. В общем-то, неплохо получилось. Он, гад, сволочь, почему-то только успел раньше меня выстрелить. Но мы сейчас попробуем его как-нибудь перехитрить, посмотрим. Давай, поехали. Поехали дальше. Рамон, стреляй. Серво. Беги дальше, пусть он выстрелит и промахнется из своего ружья, потому что перезаряжаться он будет долго. Это будет неплохо. Так, Иванов, пора тебе бежать. Бежать мы будем вот сюда. А куда ты целишься-то, дружище? Куда ты целишься-то? Тут нет никого. Ну, это твои проблемы. Проблемы это твои. Так, Рамон. Отлично, отработал. Все, минус один практически у нас. Бежим вот сюда. Только быстро, 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 давай. Так, стреляем. Блин, на ты, какой опасный. Ну, просто опасен. Кошмар какой. Все мажут. Один только Рамон у нас молоток. Вот что значит опыт. Опыт это да. Слушай, блин, этот поворачивается. Как-то все плохо. Вот, немножко у него адреналин отпустило, у сервера Урбана. Его сейчас шансы попасть отличные. Отлично, попал. Попал, молоток. Ружье это, кстати, называется вон Ремингтон М870. Неплохое ружье, 4 патрона туда, 4 дроби, как это назвать, 4 патрона 12-го калибра туда можно поставить. А это все молотит очередями. Кончай патроны мои тратить. Это уже, по сути, мои патроны. Давай, заканчивай. Не парь мозг людям. Так, ну эти в отключке, я ими пока не занимаюсь. Так, давай, это, наверное, вот так вот. Смени тип стрельбы на получше. Ого, отлично, попал. Франко попал. Здесь то же самое, смени тип стрельбы. Давай. Втовище ему. Молоток. Че, будем их добивать? Так, три человека, три человека. Что из себя представляет локация?
А тут что-то как-то все так резко резало началось, что я даже не рассказал, не объяснил. Ну, это дорога. Вот она, дорога. Здесь вот несколько человек есть, не удивляемся, они нам не враги, это местные жители. Вот она, дорога через ручей. Идет дальше. Дальше, дальше, дальше поворачивает. Еще один ручей. И вот сюда вот выходит. По сути, вот эти два ручья, они как бы отделяют в центре локации такую серединку. Вот здесь вот можно еще вот так вот пройтись. Мостиков вот через средний ручей 2. Здесь и там. А, мостиков один, мостик, а там брод. Вот. И точки спауна. Вот здесь вот еще есть одна точка спауна. Здесь вот поверху можно пройти, кстати. Вот. И как тут встанем? Тут вот два супостата. За ними бы следить. Я, наверное, сервого оставлю. Тут вот смотреть за ними. Мало ли, вдруг кто поднимется. Вот. Рамон. Рамон, ты у нас будешь контролировать, наверное, вот этот подход, вот этот подход. Вот, то есть где-то вот здесь мы сейчас встанем. Встанем вот так вот. Все, стоим. Все, отдыхают супостаты. А Иванов, давай двигай вот сюда, через брод. Давай, побежали. Тихонько. Ого, кто еще? 224 метра. Ага. Вот он, кто у нас тут образовался. Но он очень далеко. Он ему еще бежать и бежать. Вот через этот мост. Тут бежать. И я думаю, что где-то вот здесь его Иванов и встретит. Вот он. Вот он, брод. Вот сюда вот я дал команду бежать Иванову. Бежать ему 40 секунд. Давай. Мы на всякий случай посматриваем, не оживут ли здесь супостаты. Или может добить их. Давай, добьем их. Минус один. Ух ты, встал, встал, встал. Стой, дружище. Такую голову опустил, понуро пошел. Да. Так, наверное, сохранимся. Мини-узи у тебя было. Так, или, наверное, сохранимся, когда у нас Иванов добежит до брода. Наверное, там и сохранимся. Ух ты! Гости. И как ты побежишь? Непонятно, как ты побежишь. Ну, на всякий случай мы, наверное, вот тут вот ляжем. 68 метров до тебя. Ляжем, говорим. Так. Ага, вот так вот. И сейчас его отсюда встретим. Он нас увидел. Это совсем в мои планы не входит. Надо валим. Валим сюда.
Это ты что, супостат, стрелять, что ли, по мне будешь? Стрелять вздумал. Жать надо. Так, все, ждем его. Ждем его. Ну, наверное, сохранимся. Так, Иванов пока что ждать, наверное, переходит и вброд этот. И вот где-то, наверное, вот для начала сюда. Все, он побежал, 20 секунд это займет. Так, Рамон, возьми-ка ты СКС. И привстань. Ага, 60 метров. Пробуем по корпусу. Что-то похоже мешает эта горка. Ага, вот и Иванов увидел. 13 метров. Ух ты, какая встреча. Привет. Стоп. Вот так вот. Так, здесь неплохо. Мы его приходовали. Без сознания. Похоже, он труп. Сюда бежим. Но. А здесь у нас что-то как-то плохо. Не попадаем мы. Попробуем в руку. Да не, не попадаем. Так, подберемся поближе. Да. Нет, не пойдет. Так дело не пойдет. Ну, хорошая мысль поменять СКС, оружие на СКС. Хорошая мысль перейти вброд. Ага, а этот ты не выдержал. Получай. У Рамонова пока не... Точнее, Сервова. А, Сервова его пока не видит. Давай, давай, давай. Куда ты стреляешь? Куда ты стрелял, а? Вон же куда стрелять надо. Заклинило. Голову давай. Ты, блин. Было опасно. Так, ну что?
5 трупов. Так, заряжаем оружие. Мини-узи какой-то ущербный, потому что у него нет приклада. В общем, какая-то очень невысокая точность. В общем, разве что патроны мы возьмем. Так, вот эти магазинчики извлекаем. Это извлекаем. Эти автоматы вряд ли интересны. Тут он точность 29. Точность 30, ни о чем. Ну-ка, может быть, у Рамона только вот этот китайский агрегат. Ну, 34, не, и то лучше. Не то. Так, тут у нас... Ага. Поменяем. 15. 18. Ну, конечно, хуже. Что там говорить? Ну, возьмем обоймочки. Все выкинем, это выкинем. Ну, одну обойму оставим. Вот так вот. Оставим. О, изолента. Хорошая штука. Патрон спортивно-охотничий. Замечательно. Вообще великолепно. Так, и вот эти патроны тоже великолепно. Боезапас мы наш пополним. А где они патроны-то? Давайте. Угу, 16. Здесь вот тоже боезапас пополним. А, вот, отлично, 7,62 на 25, вот, Рамон, на тебе сразу эту коробочку. 50 патронов, все, я думаю, тебе достаточно за глаза. Так, что еще нам нужно? Как показала практика, Рамон вот этот очень хорошо стреляет. Ему бы патронов. Тоже бы патронов было бы неплохо. Значит, смотрим. Вот это ружье. Сравним, насколько вот оно медленнее, быстрее. 75, нет, тут, конечно, быстрее. Да, мы его и оставим. Это ружье и оставим. Так, кому ружье еще дать? Раз. Серво, наверное, дам я ружье. Тоже вот есть патроны 12 калибра. Ну, грех. Грех им пропадать. Так, это все выбрасываем, пока не надо нам это все. Эти патрончики возьмем. Ух ты, да вот еще есть патроны. Вообще великолепно, я смотрю. Тут просто веселье. И вот эти патроны, кстати, очень славные, очень славные. Вот, сравним их с Наринка. 446, 297. А эти патроны 642, 642. Очень даже зачетные. Так что вот. Однозначно будем использовать.
И вот еще 4 патрона. Давай все соберем. Их бы даже как бы не хотелось тратить, эти спортивно-охотничьи. Уж больно они хороши. Так, ладно. Так, все, здесь все вроде бы. Мы готовы. Здесь все мы готовы. Здесь тоже мы вроде как готовы. Больше нам ничего не надо. Это пусть пока вот так вот на земле валяется. Так, ты бери СКС. Так вот. Вот. Значит, что делаем? Выходим. Вот если видите, то у нас выносливость очень маленькая, потому что мы такой пеший переход осуществили. И хорошо бы нам на выносливость на максимум поправить. Делается это вот таким вот образом. Мы выходим из локации и мотаем время немного. Смотрим, как выносливость у нас увеличивается. Ждем, пока она увеличится у всех по максимуму. Ага, все. Так, 6 часов с утра. Ну, еще немножко промотаем, чтобы день такой наступил. В общем, 9 часов. Вот так вот. Все, отлично, на максимум. Она сейчас у нас вырастет. Вот видно, растет у нас. А мы пока... А пусть вырастет. И мы сохранимся. Угу. Но перед тем, как сохраниться, мы немного хитро встанем здесь. А именно. Серво. Встанешь ты вот здесь. Вот. Вот так вот. Давай сюда. Перемещайся. Вот где-нибудь сюда. Так, в руки бери вот это ружье. Патроны нам не жалко. А ты, Рамон, вот сюда. Давай. Вот так вот. Так вот. Так, как бы тебе ружье тоже дать? Вот мне не жалко патроны. Вот нет такого. Все жалко. Так, вот эти патрончики тоже сюда. Или с ТТ. О, наверное, с ТТ. Стреляй из ТТ. О, давай вот это вот тоже обойму израсходуешь. Все, вот, вот это не жалко. Давай, молоти с ТТ. Вот, а Иванову в руки... Вот это оружие массового поражения. Или жалко? Жалко. Не жалко. Вот так вот. Есть. Так, и Иванов. Вот сюда двигаем. К старости. Вот тут у нас староста, это деревня. В общем, поясню, о чем речь, что будет происходить. Вот сейчас, после разговора со старостой, у нас образуется некая кучка бандитов, с которыми мы поговорим. Разговор, суть разговора будет в том, чтобы встретиться с главарем бандитов. То есть мы передадим через этих бандитов, главарю бандитов, наше пожелание встречи. Вот. После этого уже будет главный бой. А вот с этими бандитами, в принципе, можно не воевать. То есть они побазарим с ними, они уйдут. Вот. Но мы немного похулиганим. Мы их тоже вынесем. Их будет, наверное, человек 5, может быть, 7, 8, где-то так вот. Но оружие нам пригодится. Вдруг там что интересное будет. Патроны или еще что-то. Вот оно нам все пригодится. Ну, встанем мы... Где-то вот здесь вот. Вот они пойдут по направлению вот к этому выходу. Здесь вот их двое наших тоже встретят. Вот Иванов здесь добавит. Вот как-то так. Сохраняемся.